В Международный день защиты детей, подарок которого ждали во дворе 32-го дома на улице Белградская, наконец появилась детская площадка. Игровую зону построили в рамках ведомственной целевой программы по благоустройству муниципального образования Купчино и при личном участии депутата муниципального совета Купчино Михаила Черепанова. Мы приняли программу, которую я инициировал, для того, чтобы в Купчино сделать детские площадки, которые будут объединять не только детей, но и их родителей, чтобы родители могли приходить на площадки, общаться между собой. Это будет как бы такой центр притяжения жителей муниципального образования Купчино. Главная цель программы – сделать безопасными места для отдыха детей. Два года назад большинство площадок было в ужасном состоянии. На прогулку с детьми жители окрестных домов ходили в Яблоневый сад. Вот теперь дети могут и разных возрастов и в песочнице играть, и на каруселях крутиться. И как бы все очень довольны, стало очень много детей. Спасибо большое за площадку. Площадка хорошая, интересная детям. Единственное пожелание, хотелось бы, чтобы чаще играли и ремонтировали. А так, спасибо огромное. Все прекрасно. А еще поставить побольше лавочек, добавляют родители. Церемония открытия стала настоящим праздником с волшебниками, конкурсами и призами. Чуть позже местные власти возьмутся за ремонт, расположенный рядом спортивной территории. Всего в год планируют обновлять от 4 до 6 детских игровых территорий.